Тем временем матч «Енисея» со «Спартаком», который должен был состояться 7 октября на центральном стадионе, могут перенести. Это решится в ближайшие часы. Но пока ясно, что если перенесут, то либо в Тюмень, где «Енисей» до этого проводил поединки, либо в Москву. Напомню, на прошлой неделе красноярская команда провела первый домашний матч в премьер-лиге на центральном стадионе. Однако вторая игра, которую также ждали со «Спартаком», уже под вопросом. После реконструкции стадион оказался не до конца готов, однако в качестве исключения «Енисею» позволили сыграть тестовый матч с «Уралом». И эту проверку стадион, кажется, не прошел. Спортивный комплекс не может принимать поединки без специальной пропускной системы. Ее до сих пор не привезли в наш город. Так что следите за новостями на нашем сайте trk7.ru. О решении руководства РПЛ мы сообщим позже.